Так, я сейчас выйду на минуту, а вы не шумите. И здесь ничего не трогаем, понятно? Добрый вечер. Да шучуля. Ты что делаешь, Васечкин? Сейчас же учительница может зайти. Ты что, не знал, что ли? Если вот этого смешать с этим и добавить жвачку, то получится из этого золото. Как из жвачки можно сделать золото? Тогда бы никто не жевал жвачку, а превращали бы в золото. Включи свое критическое мышление, Васечкин. Да не нужно мне твое критическое мышление. Мне нужно золото. Васечкин, завтра с родителями в школу. Так что, Васечкин, говоришь, не нужно тебе критическое мышление? Будь медиаграмотным.